Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. И как вы уже догадались, по укулеле сегодня мы с вами будем разбирать очередную песню Алены Швец. Именно ту песню, которую вы очень долго просили и писали в комментариях под названием «Олимпос». Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару. Поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. От меня пахнет рок-н-роллом, надеваю олимпос, куда на этот раз ты тащишь, задаешь мне вопрос. Я шизанутый, бля, подросток, я полезу в фонтан, с открытым ртом на меня смотрят бывший парень ботан. С моей раздолбанной гитарой где-то точно лицо, я выдыхаю кольца дыма тебе прямо в лицо. Не бойся, милая, весь этот город скоро будешь над. На чего такая хилая, глотай свой гараж. Над тобой сияет солнце, развивается алкоголь, и если вдруг ты полезешь в драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чутка перепьешь, посижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет солнце, развивается алкоголь, и если вдруг ты полезешь в драку, мне уже будет не впервой. Подержу золотые кудри, вытру кровь с твоих белых щек, я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно, начнем с вами с аккордов. Первый аккорд — аккорд Эм. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу. Далее четвертую, третью струну на втором. Далее с этой конструкции убираем безымянный пальчик с третьей струны и получается аккорд Фа. Далее опять с этой конструкции уберем теперь указательный пальчик со второй струны и получится АМ. Следующий аккорд — аккорд А диез. Зажимаем с вами полное или неполное барре на первом ладу. Далее идет у нас третья струна на втором ладу и четвертая струна на третьем ладу. Для кого слово барре вселяет страх и ужас, то вы можете посмотреть у меня отдельный разбор, что такое барре, как его играть, там ничего сложного нет, и возвращайтесь сюда. Вы можете взять вот так вот и сыграть, а можете вообще пойти по простому варианту. Указательным пальчиком зажимаете вторую струну, чтобы оно звучало, и его кладете таким образом, чтобы он глушил первую струну. И это у вас тоже получится аккорд А диез. Далее у нас с вами идет аккордик С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Теперь давайте полностью, что у нас тут играется. ДМ, Фа, АМ, А диез и С. Поздравляю, аккорды пройдены. В этой песне расположенность аккордов в куплете и припеве разная, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается? Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо куплета и как его играть. Сама по себе песня такая вот очень интересная, напористая, я бы сказала, поэтому какого-то конкретного боя я в куплете не услышала, но сделать можно следующую штуку. Мы делаем или тупо хороший три удара вниз, на один аккорд типа раз, два, три. Или же между вот этими ударами вы можете ставить глушение, типа раз, два, три. То есть, заметьте, я делаю удар и быстро ставлю глушение открытой рукой. Это мы с вами играем один раз на один аккорд. Но в данной песне, чтобы успеть, вы можете на последний третий удар его сыграть без глушения. То есть получится раз, два, три.
То есть вот троечка, она пустая. Тогда вам будет намного комфортнее играть, чем вы будете везде ставить эти глушения. То есть смотрите. Раз — глушение. Два — глушение. Три — без глушения. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Это мы все с вами играем один раз на один аккорд. Там последний аккорд. Оп. Кто умеет играть троцкерные удары, это когда мы играем вот так вот. С акцентами мы также все играем ударами вниз. В счет раз, два, три, раз, два, три, раз, два. И вот на каждый раз я делаю такой вот хороший, полноценный, яркий удар. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Кто хочет, берите такую штуку, ее мы будем играть также один раз на один аккорд. То есть раз, два, три, раз, два, три. Буду показывать со словами вариант попроще. Давайте попробуем со словами в медленном темпе. От меня пахнет рок-н-роллом, надеваю олимпоз. Куда на этот раз потащишь, задаешь мне вопрос. Я шизанутый, бля, подросток, я полезу в фонтан. С открытым ртом на меня смотрят бывший парень, ботан. Моей раздолбанной гитаре где-то тышная весна. Я выдыхаю кольца дыма тебе прямо в лицо. Не бойся, милая, весь этот город скоро будет наш. Но ты чего такая хилая, отдай свой гараж. Это у нас будет и в первом куплете, и во втором куплете аналогичным образом. Далее у нас с вами идет припев. Ну, а в припеве у нас с вами идет типичный бой, который вы хотите, то уберите. Но в оригинале играется там то ли восьмерок, то ли еще что-то. Но мы возьмем вариант попроще, чтобы не коматозить. Возьмем вариант шестерочкой. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Его мы будем с вами играть один раз на один аккорд. Над тобой синее солнце, разливается алкоголь. Та-т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 а. Ну, все очень простенько. Кому сложно играть шестерку, вы можете взять пятерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Мы ее также играем один раз на один аккорд. Над тобой синее солнце, алкоголь, та-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 та. Можете попробовать там четверку. Это вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, 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 вверх. То есть что-то очень похоже на пятерку, но это четверка. Также один раз на один аккорд. Над тобой синее солнце, разливается алкоголь. Как видите, все подходит, что удобно, то и берете. Теперь давайте со словами. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если ты вдруг полезешь в драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чутка перепьешь. Посижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если ты вдруг полезешь в драку, мне уже будет не впервой. Подержу золотые кудри, вытру кровь с твоих белых щек. Я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. И там идет как бы вот этот проигрыш. Мы просто берем вот эти вот аккорды с припева и играем их без слов. Вот, можете играть, можете не играть. Этот проигрыш — дело ваше. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет второй куплет. Аналогичным образом, как играли и первый. То есть через вот эти вот удары, да? Играешь песни Земфиры. И где-то в городском лесу. И шутишь, сейчас изнасилую, далеко увезу. Все мое счастье умещается в твоих синяках. Ставишь мне точно такие же пощечины, знал. Мы странно любим, но любим такие странные мы. Украсили поцелуями питерские дворы. Опять потащит в ментовку за это радужный вниз. Скинули в одну камеру, значит, все зашибись. И пошел что? Правильный припев. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если
вдруг ты полезешь в драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чуть-чуть перепьешь. Посижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. Если вдруг вдовидали раку, мне уже будет не впервой. Подержу золотые кудри, вытру кровь с твоих белых щек. Я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. То есть песенка довольно-таки простая, типичная форма куплет-припев-куплет-припев. Теперь давайте ее от начала до конца соберем, чтобы у вас было полное понимание, как же ее играть. От меня пахнет рок-н-роллом, надеваю олимпоску. Да, на этот раз ты тащишь, задаешь мне вопрос. Я шизанутый, бля, подросток, я полезу в фонтан. С открытым ртом на меня смотрит бывший парень-ботан. С моей раздубанной гитары где-то точно лицо. Я выдыхаю кольца дыма тебе прямо в лицо. Не бойся, милая, весь этот город скоро будешь над. На чего такая хилая, гладкий свой гараж. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если вдруг ты полезешь в драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чутка перепьешь. Посижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если вдруг ты полезешь в драку, мне уже будет не впервой. Подержу золотые кудри, вытру кровь с твоих белых щек. Я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. Играешь песни Земфиры где-то в городском лесу. И шутишь, сейчас изнасилую, далеко увезу. Все мое счастье умещается в твоих синяках. Ставишь мне точно такие же пощечины знак. Мы странно любим, но любим такие странные мы. Украсили поцелуями питерские дворы. Опять подключат ментовку за этот радужный писк. Нас скинули в одну камеру, значит все зашибись. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если вдруг ты полезешь в драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чутка перепьешь. Посижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. И если ты вдруг полезешь в драку, мне уже будет не впервой. Подержу золотые кудри, вытру кровь твоих белых щек. Я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно почекайте по тайм-коду, я там все написала, расписала, ну или же просто напишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать, и возможно в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку. Ну а для всех любителей Алены Швец напоминаю, что у меня на канале есть целый плейлист с ее разборами. Сейчас появилась подсказка, обязательно тыкай и учи понравившуюся тебе песню. Ну а если тебе нравятся мои разборы, ты хочешь помочь мне в финансовом плане делать их дальше, то можешь задонатить мне любую сумму на Donut Alerts или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. На меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Кока-колы попила, теперь петь не могу.